Рабочий день немецкой компании Kidi начинается рано утром. При разработке детских автокресел нового поколения команда инженеров работает с самыми продвинутыми и передовыми технологиями, а дизайнеры внедряют новейшие материалы и отслеживают последние тенденции современной моды. Иногда детское автокресло приходится использовать в различных автомобилях или часто вынимать его из них. Значит, оно должно устанавливаться в любой автомобиль легко и быстро. Конструкция автокресел Kidi идеально для этого подходит. Установка автокресла в любой автомобиль занимает всего несколько секунд и превращается в настоящее удовольствие. Оригинальный столик безопасности начинает демонстрировать свое преимущество перед пятиточечным внутренним ремнем безопасности уже при установке кресла, которое благодаря нему занимает всего несколько секунд. Столик безопасности очень удобен в повседневном использовании. Усадите ребенка в автокресло, закрепите ремень безопасности и все готово к поездке. Теперь ваша поездка начинается с лучшей гарантии безопасности. Столик безопасности не позволит ребенку отстегнуть ремень безопасности самостоятельно, в отличие от традиционного внутреннего пятиточечного ремня, в котором замок легко доступен. В обычных автокреслах с внутренними ремнями безопасности верхняя часть тела ребенка должна быть сильно притянута к спинке. Это ограничивает его свободу. Столик безопасности Kidi гарантирует больше свободы движений. Кроме того, детские автокресла Kidi обеспечивают лучшую видимость и лучшую защиту в случае бокового удара. Когда дети чувствуют себя комфортно, они счастливы и легче засыпают. Идеальный микроклимат обеспечивается специальной конструкцией кресел и применением сверхвоздухопроницаемой ткани Thermotex, которая гарантирует прекрасную вентиляцию в любую погоду. Благодаря легкости конструкции и простоте установки, детские автокресла Kidi могут легко использовать как молодые мамы, так и бабушки и дедушки. Подобрать комфортную и безопасную модель можно для детей любого возраста. Безопасность – высший приоритет для Kidi. Поэтому победы и лучшие результаты во всех независимых тестах, проводимых немецким потребительским институтом Stiftung-Warentest и немецкой автомобильной ассоциацией ADAC – не случайность, а естественная закономерность. На собственном заводе, а также в независимых организациях продукцию Kidi подвергали самым экстремальным нагрузкам в сложных условиях. Как вы видите слева, в обычном кресле с пятиточечными ремнями безопасности при фронтальном ударе возникают повышенные нагрузки на слабые шейные позвонки ребенка и его мозг, тогда как справа при использовании столика безопасности Kidi все эти нагрузки значительно меньше. При боковом ударе в обычном автокресле большая вероятность получения серьезных травм из-за несовершенства боковой защиты. В боковой защите автокресел Kidi применяется новейший материал Honeycomb.
Этот уникальный материал имеет структуру пчелиных сот и обладает невероятными энергопоглощающими свойствами. Он поглощает большую часть энергии удара, мягко защищая вашего малыша. Лучшая защита вашего ребенка – безопасность, комфорт, легкость в установке и в использовании полностью воплощены в продукции Kidi.